Линейка A-Star K2 расширена двумя новыми моделями A-Star K2 500 и A-Star K2 1500 на 500 и 1500 пользователей соответственно. Также вендор добавил дополнительные лицензии для перехода к моделям с большим количеством пользователей. IP-ATS E-Star K2 позволяет создавать или модернизировать систему телефонной связи для средних или крупных предприятий до 2000 сотрудников. Это полностью программная корпоративная IP-ATS обладает исключительной надежностью. Обеспечивает обработку до 500 одновременных вызовов, включая традиционные аналоговые и цифровые абонентские линии. Станция полностью совместима со всеми типами шлюзов производства компании E-Star. Интерфейс управления A-Star K2 идентичен интерфейсу управления IP-ATS A-Star серии S. Расширенные функции, как запись разговоров, проведение аудиоконференции, не требуют дополнительных лицензий. Функционал AutoProvision автоматически обнаруживает телефоны таких производителей, как E-Link, Fanvil, Cisco, Polycom, да и практически всех вендоров телефонии. IP-ATS может распространяться как в виде программного аппаратного комплекса, так и в виде программного обеспечения, что позволяет устанавливать K2 как на локальные сервера, так и виртуальную инфраструктуру компании. K2 может обслуживаться приложением Remote Management в рамках единой телекоммуникационной инфраструктуры предприятия. На этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока.